Итак, наступил день X. На даче я уже 10 дней. Привез рассаду 13 апреля. Но высадить ее нет возможности, так как ночная температура воздуха опускается до 2-3 градусов. И это для рассады, тем более не окрепшей, это губительно. 10 дней ношу ее из бани в баню. Днем из бани, на ночь в баню. Но сегодня я уже решил ее не мучить, потому что она начинает болеть. Она начинает уже гибнуть. Ей надо укорениться уже на почве. Вот сейчас мы будем ее укоренять. Подготовим этот вот участок. Сажать будем в лунки, в глубокие, учитывая особенности, наши климатические особенности, что дожди прошли апрельские, теперь неизвестно, когда они будут. Скорее, может быть, что и вообще до осени в нашем районе, в нашем массиве не будет. Может быть, в мае будет пару хороших ливней. Ну, поэтому приходится сажать в глубокие лунки, чтобы вода в них оставалась, не вытекала. Ну и как можно глубже находились корни, чтобы более-менее, так сказать, было развитие. Полива я тоже, у меня воды на даче нет. Их у нас вообще здесь на массиве ни у кого воды нет. Я собираю воду в бочке, в колодец. Вот, и потом этой водой поливаю. Поэтому полив ограниченный. Ну вот, исходя из этих особенностей географических, климатических, мы будем высаживать рассаду. Опыт показывает, результат положительный. Я уже таким образом сажаю помидоры лет 5. Он себя оправдывает. Thank you.
Так с рассадой закончил, высадил. Ну вот можете видеть, рассада разная. Как я уже сказал, в этом году она не очень удачная, слабая. Долго передержал ее в ящиках. Пчелы не дают мне. Передержал в ящиках. Она ослабла. Листья подгорели от ультрафиолета. Когда ослабленная рассада, она подгорает. Получилось у меня так. Прошу прощения, подвергся нападению соседских пчел. Если вам видно эти улики. Улики стоят прям вплотную к моей границе, к моему участку. Вот. Это вообще-то ненормально. Можно было бы, конечно, и потребовать от соседа перенести. Но не хочется портить отношения. Вот. Приходится терпеть. Итак, у меня получилось 77 лунок. 77 лунок. Рассада разная. С этой стороны у меня красные помидоры. Здесь все, и польские, и Санька, и волгоградские, и вообще непонятно какие, то есть семена свои. С этой стороны у меня желтые помидоры, семена свои, это здесь и желтое бычье сердце, и микада. Вот. Так что вот. Тут тоже вот этот рядок крайний, тоже желтые помидоры. Получилось, что желтых помидор больше всего. Вот. Нет, хотя здесь, вру, 4 последних желтых, а остальное тут розовое. Розовое. Это опять же и розовая микада, и розовое бычье сердце. Ну, оставшийся вот этот вот рядок, который в начале 2 лунки, я сделаю общую борозду такую. Борозду. И посею сеянцы, сеянные помидоры, накрою пленкой, может быть, вот посмотрю, и пусть прорастают. Эти будут цвести, те будут расти. В общем, такой вот расклад у нас. Ну, я думаю, что рассада примется. Сейчас уже ночи сравнительно теплые. 7-9 градусов. Днем тоже тепло. Уже выше 20 поднимается. Так что будет расти. Ну, посмотрим недели через 2, как она примется.
24 апреля. Утречка. О, солнышко, видите, еще не высоко. Здесь вот посеял помидоры, сеянцы. Место осталось. Два рядка. Бросил рядок своих красных семян и рядок волгоградских. Накрыл пленочкой. Посеял вчера, 23-го. Вот. Утречком накрыл пленочкой. Вот. Хочу посмотреть, что будет. Ну, рассада стоит. Вот. Немножко болеет. Ну, переболеет, будет все нормально. Пойдет в рост, пойдет в цветок. Начнется цветение. Уже некоторые выбросили цветок, бутон цветочный. Это не значит, что там уже зависть будет. Нет, просто они уже готовы. Вот. Ну, вот так вот как-то. Сейчас пойду готовить грядку под огурцы. Что у нас с помидорной рассадой? Вот она простояла, будем считать, с 23 апреля. Вся жива, переболела. Некоторые еще продолжает. Ну, в принципе, уже вся переболела. От ультрафиолета ожоги получила на листья. Вся она жива, ну, даже начинает цвести. Отдельная бурьян начинает массово вылазить. Вырываем и туда в лунку бросаем. Будет мульчируем таким образом. Вот. Появились молодые листики. Пасынки уже появились. Надо будет посамковать. Бурьян лезет. Вот наша рассада. Кроме того, посеял сеянные помидоры. Вот они повылазили, видите? Тоже надо проледить. Ну, пусть подрастет еще, прополоть. Вот они, видите, густо как посыпал. Так, густо повглазили. Это у нас здесь, если не ошибаюсь, у нас свои семена. Свой красный. А вот здесь или Санька, или волгоградский, не помню. Что-то редковато. Это покупные. Вот здесь или семян было меньше, вот, или они взошли так. Но вроде бы сеял одинаково. Вот здесь не очень активно повсходили. Они еще маленькие. Трудно даже заметить в этом бурине. Вот они, вот здесь, вот они. Вот эти здесь повыше. Вот. Ну и что. Вот-то все. Хорошо. Там вот так вот. Есть. Вот здесь. Здесь пленки не было. И здесь ничего не взошло. А то, что было под пленкой, то повсходило. Вот. А там, где пленки не было, там просто пусто. Ну, вот так вот как-то у нас все происходит. Тетю воды, дождей нету. Все пусто.
Итак, сегодня 22 мая. Прошел месяц. Ну, почти месяц, завтра будет месяц. Сегодня месяц, завтра месяц. Как я высадил рассаду. Вот какая рассада сегодня. То есть, какие помидоры с моей рассады. Вот они такие. Нет, посынкованы по первому разу. Второй раз я еще не посынковал. Надо посмотреть, какие пасынки оставить. Какие убрать. Если большой пасынок, то его желательно убрать. Вот она у нас. Такие вот помидоры, томаты. Вот они через месяц. После всех экстримов, которые они... Вот, видите, здесь не поймешь, где помидор, где пасынок. Там их что-то разрослось. Ну, очень много. Ну... Разрослись, пусть растут. Вот. И которые были маленькие, слабенькие, набирают сил. Подрастают. Вот так вот. Это у нас из своих семян. Вот эти ряды. Вот они. Цветут. Цветут. Вот. Вот они. Это у нас. Вот. Ну, вот такие вот у нас стоят помидоры. У нас сеянные растут, надо уже прорядить. Вот они, помидоры сеянные, будем их разводить. Можно как раз сейчас самое удачное время по лунному календарю их рассаживать, тогда быстро адаптируется корневая система. Ну, посмотрим. Бурьян растет быстрее, конечно, чем полол. Несколько дней назад уже все заросло. Ну, вот как-то так у нас с помидорами. Огурцы пришлось пересеивать. Ну, не все, но две трети пришлось пересеивать.